Тренировка, тренировка и еще раз тренировка. Тренировка, тренировка и еще раз тренировка. Как говорил мой учитель, тренировка, тренировка и еще раз тренировка. Рукой, ногой, рукой, ногой. Ладно, друзья, все, хорош прикалываться. Друзья, всем привет, с вами Капанда и добро пожаловать в Roblox Токийский Гуль, он же Рагуль. Что у нас на повестке дня? Вы посмотрите на мои статы. Что я сделал? Я, как обещал, я накопил 5 миллионов РЦ клеток только что. Вот только что, минутку назад буквально я добился этого. Все-таки да, я это сделал. Кстати, еще у меня тут йен маленечко подкопилось. Мы можем потом, если будет интересно, купить эту, как она еще, за 100 миллионов йен, да? Ну ладно, это другая у нас история. Короче, что я там раскачал? Я раскачал Кагуна до 700, до 100 физикал, спид до 200, и сейчас качаю в основном дюрабилити, потому что бывает так, что я падаю очень быстро. Давайте я сейчас быстренько еще это все вкачаю, да? И давайте посмотрим третью стадию совы Какуджу. Первый раз, да, я ее еще, если честно, даже ни разу не видел. Ну что, давайте сначала посмотрим все первые. Первую стадию. Вот с таким вот перышком и с таким вот крылышком и так далее. Вот он, вот он, вот он. Кстати, скачал я 100 physical и 200 speed, чтобы делать эти бесконечные длинные рывки, как можно дальше их, да? Вот она вот так вот стреляла, маленько кривовато, надо еще, помню, как-то вот так вот наводить. А, наоборот, вот с этой стороны. Эть, тихо, давай, спешл, спешл, закапливайте, спешл, оп. Все, завалили дядьку. Так, это был на Е, это на Р. И на F. Опа-на. Тихо. Чуть кого-то не ранил. Прыжок, короче. Так, снимаем, одеваем теперь вторую стадию. Ой, вторая стадия такая уже помощнее стала, да? Так, у нас идет. Так, на кем потренироваться? На Е. Уже вперед вылетают шипы эти. Если честно, как я уже тысячу раз говорил, я пока еще не смотрел токийского гуля. Времени нет вообще, потому что все трачу на ютубчик. Сериалы нет времени смотреть. Так, на R. Вот, сейчас какого-то дядьку вижу. На R. Опа, хлопок. Ладно, не будем его пугать. Во-вот, на этого теперь. R. Это хлопок вперед. И на F. Где бы, на ком бы тут чуть-чуть бы потренироваться бы, а? Кто у нас тут? Чтобы никого не обижать, да? И давайте на F. Бом, дворной бом-бом с переворотом. Есть. Ну что, друзья, настало время. Настало время одеть сначала маску. Эй, маска, где моя маска? Оп, все, нет, я добрый, я не гуль. Я хороший, добрый гуль. Капандуль, да, точно, капандуль буду. Ну что, третья стадия, появись. Оба-натики. Оба-натики, вот это красотуля. Точно как босс прям, вы посмотрите. Вот это шипы. Вот это отростки, вот это где-то моего. О, улыбка, вы посмотрите, какая улыбка. Лучезарная улыбка просто. Обалдеть, как он все-таки бомбически выглядит. Здоровый жук-пержук, да? Вот это как он же. Третья стадия совы во всей красе. Я так долго на нее фармил, вот если не соврать, ну, наверное, недельки две. Постоянно я стоял на АФК на вип-серваке. Ну и что, давайте посмотрим его атаку. Так, это обычная атака. Левая клавиша мыши, да? Он своими щупальцами бьет. То есть у него получается вот здесь лапы, а это еще и сверху. Да? Как оно у него? Обалдеть. Не, выглядит, конечно, он просто бомбически. Так, теперь атака на Е. Ого, у него радиус действия, обалдеть. Он с полполя практически, да? Е, это, короче, он выстреливает своими шипами. Только давайте его маленько сожрем. Няма-няма, смотрите, как он его съел. Как он его съел? Так, все понятно, это значит на Е. Плюемся шипами. Вот человечек появился. Давай, мой хороший. Тебе предоставилась честь испытать на себе R. Давайте, жмякаем R. Бум. Так, что произошло-то? Вон он где-то там под попцом. Под юбкой под этой, да? А, кстати, что там под юбкой-то? Ой, стыд и страм. Капец. Такой смешной под юбкой. А, так, ладно, этого чем мы заели, не заели. Так я и не понял. Короче, он делает такой выпад вперед, да, я так понял. Хоп. И две атаки, да, наносит сразу. Попробуем на этом дядьке. Это мой друг, кстати. Раз, два. Ой, прости. Это мой друг. Подписчик, кстати. Но такая недлинная атака. Раз, два. Нормально. Попробуем ее потом как-нибудь. Вы, если честно, даже еще не пвпшился. Так, и теперь на F. Так, кто-нибудь появись. Вон, дяденька на F. На F тебе удостоилась честь. Так, где-нибудь вот так попробуем F.
Ага, прыжок сверху, но он какой-то не дальнобойный. Ну-ка, если сбоку его маленечко. О, короче, надо вообще целиться. Ну давай, хотя бы вот так. Все, вроде бы размяли. Короче, всей массой подлетает кверху и стремительно обрушивается вниз. Но радиус, видимо, небольшой, нужно будет хорошо прицелиться. Я не знаю, мне кажется, на F-ку в PvP бою будет очень тяжело попасть. Ну-ка, давайте, вот типа мы так бегаем, 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 и бом! Ну, не знаю, мне кажется, примерно вот такой вот радиус у нее. Но мне чем понравилось, давайте посмотрим, как далеко может стрелять наша Ешечка. До сюда достанет? О, даже до сюда отстает. Блин, ну а еще подальше. Ну-ка, сейчас он появится, подождите, давайте отойдем чуть-чуть подальше. Так, это середина поля или нет, интересно? Ну, мне кажется, да. Если даже не больше. Да? Ладно. Сейчас подождем, пока появится следующий мобик. Мобик появился. Мобик появился, мы отошли еще дальше. Нажмякаем Е. Все понятно, здесь уже он, короче, не достает. Вот, примерно вот отсюда я стрелял. Ну да, мне кажется, пол поля все-таки, да? Да, вот отсюда достает. Я даже не знаю, как это сравнить. Мне кажется, ровно пол поля. Ну, когда сюда достанет, ну здесь-то точно достанет. Какой-то дядька серьезный. Смотрите, я не могу его убить. Какой-то раскачанный тоже. Давай ПВПшиться, товарищ. Нет, у него жизни мало осталось. У него мало жизни осталось. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Во-во-во-во, нифига себе. У него что, пятая стадия, что ли? А с прыжка? А с хлопка? Есть, я его маленечко замял. Но у него и так мало было жизней. Так-так-так-так-так. Тихо. О, нифига, сколько их тут. Ну-ка, асерки. Опа-на. Мамочки, кого-то опять замял. А, это же опять мой подписчик. Сори. Сори, 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 друзья. Все, больше не буду. Я добрый. Я разделся. Все. Хоп, я здесь просто тренировался. А, вот он, красавчик. Так, маску взяли. Все. Все, я просто стою так вот. Ай, 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 хватит драться. Я хотел встать в блок, не успел. Ха-ха, маленечко не успел. Ну, короче, бомбически она, конечно, выглядит. Так, я не знаю, пока я не буду покупать. Конечно, вот смотрите, уже руки горят, руки чешутся. За 100 миллионов таки завод-то купить, Гуля. Но пока не буду, потому что я так понял. Если я ее куплю, то моя стадия совы полностью скинется. Потом опять придется копить все три стадии. 5 миллионов РЦ. Это, конечно же, вообще жесть какая-то. Еще, кстати, обещают вайп. Но вайпа что-то пока особо не наблюдаю. После вайпа, говорят, скинется уровень. У меня, кстати, какой? У меня 537 уровень. Да, скинется весь фокус и репутация. Не знаю, будем ждать, конечно. Так, конечно, не хотелось бы. А то я где-то в сумме здесь уже сколько? Недельки, наверное, 2 или 3 фармлю. Ну-ка. Оп, с ноги тебе. Ой, нифига себе. Извини, тетенька или дяденька. В спортивном костюме пендаля дал. Волшебного пендаля. Так, здесь кто качается? Кто качается здесь? Я его сожру, извини. Оп, я сождракал. Пардоньте. Ой, тихо, маску-то забыли одеть. Ай, тихо. Кто там такой дикий? Кто там такой дикий? Ну-ка с ноги, ну-ка с руки. Ай-яй-яй, меня что-то там нахлобучили. Сейчас буду с ноги с руки бить. Эть, first class, ну-ка получай. Получай с ноги. О, короче, в рукопашную всех завалили. Простите меня, пожалуйста, товарищи. Так, где у нас центр? Где центр поля? О, какой-то дядька злой. Смотрите, как прыгает. Ну-ка, получи пенделя волшебного от Капандыча. Пенделя, я сказал. О, народ стоит, качается. Все, не трогаю. Так. Давай, ну-ка, давай, снимай. Снимайся, я Гуля, конечно же, стадию свою будем в рукопашную биться. Ать. Капец, они какие-то все дикое вообще, смотрите. Дикие какие-то. Ладненько, давайте маленечко поприкалываемся. Опа-натики, просыпается город. Уааа, точно, целый здоровый город. Это не монстр, а какой-то целый здоровый город. Блин, нифига себе, он какой живучий. Он меня сейчас, наверное, забодает. Ай-яй-яй, тихо. Ууу, понеслась. Капец, как он скачет. Тихо, я тоже так умею. Ой, тут у меня что-то сзади налетает. Ай, кусается. Больно, прям в попец-то, под юбку залез. Своим глазом. Не надо так, не надо. Больно, товарищ. Оп, я его маленько зацепил. Конечно, бы на F-очку бы его поймать, было бы вообще прикольно. Ууу! Я первый раз еще PvP-шусь. Именно вот в этой стадии, но прикольно. Так, что-то у меня жизни мало, надо, короче, текать. Надо бы подлечиться. Санитара. Какой попался настырный-то, а? Все, мне ханашечка, я полетел.
Я побежал, где там? Кстати, он так смешно еще это рывками прыгает, именно рывками. Получается, вперед, когда он как-то так ползет, странновато. Так, меня, кстати, все-таки убили. Так, я хотел посмотреть, как он еще ползает. Как он же? Вот это как он же совы, да? Ну-ка, смотрите. Так, смотрите, вот так он просто ползет вперед. Давай поползем. Ой, так, медленно. Ну-ка, теперь включим ему нитро. Ускорение. На вторую скорость, да, уже перешел. А сейчас на третью скорость будет вообще спрыском азота. Бум, 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 бум. Ну, короче, да, он быстрее гораздо, но так смешно, как лягушка прыгает. Приколюха, не могу. Ну, все-таки это того стоило. Это того стоило, чтобы накопить 5 миллионов РЦ-шек. Ну, ничего. Даже если будет у нас и вайп, после этого я все равно буду качаться. Я хочу, кстати, еще поиграть, раскачаться более-менее нормально именно за SSG, за CCG. То есть за людей, вот за этих у дедек. First Class Inquisitor. Кого ты там забазал-то, а? Ай, кто-то меня опять в попу кусает. Хватит меня кусать. Да я понял, понял, ты крутой, раскачанный. Все, не трожь меня. Да я домой пойду. Не трожь меня, тебе говорят. Я домой пошел. Все, нет меня. Спрятался я. Все. Все, нет меня. Спать я пошел. Ай, хотел маску скинуть свою, не успел. Но у него, это, если у меня 500 уровень, мне кажется, у него где-то, ну, в районе 1000, да? Если он так быстро меня валит. С двух плюшек прям убивает. Хотя у меня раскачано... ну, конечно, чуть-чуть поменьше дюрабилити, чем Кагуна. 600 и 700. Ну ничего, как говорил мой сенсей, в начале ролика нужно качаться, качаться и еще раз качаться. Ладно, на этом, друзья, я этот ролик закончу. Буду снимать еще. Если вам понравилось, обязательно пишите в комментариях, что еще поснять, какую купить Кагуна, либо за кого поиграть. По PvP-шице, кто хочет, присоединяйтесь ко мне, вместе, конечно же, поиграем. А пока я одену маску и скажу всем пока-пока, с вами был Капандыч. До скорого!